Сестра? Вы были здесь? Однажды. Азельбей, все как вы хотели. Да, прекрасно. Благодарю вас. Приятного аппетита. Спасибо. Интересно, интересно. Кого ты приводил сюда? Никого. Мужчины такие обманщики, правда? Алло, сестра! Ты совсем меня не слушаешь? Панорамный вид отсюда. Я задумалась. Что ты сказала? Она сказала, что я обманщик. Так и есть. Мужчины никогда не рассказывают о том, что делали, с кем встречались, а мы рассказываем им обо всем. Мне и рассказывать-то не о чем. Хочешь сказать, что ты никогда не бывал влюблен? Я был влюблен. Однажды. И что случилось? Я был влюблен в нее. Но она меня не любила. А вы? Были влюблены до Джингиза? Нет. Не была. Да, я любила. Я любила одного парня. Очень любила. И каким он был? Я любила его взгляд, его прикосновения. У него были мечты, и мне они нравились. И что было потом? Он сделал что-то не так? Он огорчил вас? Нет. Он не делал ничего плохого. Тогда почему вы расстались? Это было давно. Судьба. По-моему, людей разводит не судьба, а люди. Сами люди. Мне было нелегко. И что было дальше, когда он оставил вас? Главное, что он не убивал никого. Все поправимо. Ты видела его после расставания? Да. Годы спустя я ходила к нему. Зачем? Чтобы он простил меня. Он простил вас? Нет, не простил. Какой жестокий человек. Как можно не простить любимого человека? Он не жестокий. Он самый лучший человек, которого я встречала в жизни. Он любил меня. Джингис прислал сообщение. Он приготовил сюрприз и ждет меня дома. Я пойду, извините. Я отвезу вас. Не нужно, я сама. Тогда давайте выпьем напоследок. За настоящую любовь. Здорово, давайте.
Пусть не судьба влияет на любовь, а любовь меняет судьбу. Мы не смогли отметить как следует. Возьмите, заболеете еще. Нет, это был прекрасный вечер. Старые воспоминания. Наверное, вам трудно рассказывать об этом незнакомцу. Вы не незнакомец. Сейчас мне просто хочется побыть одной. Но вы не будете одна. Вас ведь ждет любимый. Передавайте Джингизу привет. Омер. Омер. Я спрошу кое-что, но ты скажешь мне правду. Спрашивай. Ты до сих пор не забыл ту женщину, да? Ты дал слово, что будешь говорить правду. Она постоянно перед глазами. Может, появится другая женщина, и ты забудешь о ней? Она уже появилась. Правда? Ты в порядке? Ты хочешь, чтобы у меня было все в порядке? Конечно. Тогда разреши мне посидеть вот так. Значит, это твоя мечта. Красивое место.
Это будет самый красивый отель в Стамбуле, если правильно построить. Как-нибудь я покажу чертежи. Скажешь свое мнение? Ты никому не рассказываешь? О чем? О том, что тебя гложет. Здесь нечего рассказывать. Всегда есть что рассказать. Если есть кому рассказать. Ты нашел кому? Я стал слишком скептичным. Даже если найду, не сразу в это поверю. Идем. Я знаю, что тебя отвлечет. Тяжелый день. Идем. Вот этой штукой управляют катером. Вот так прямо, так направо. Попробуй. Нет, я так нас утоплю. Ничего страшного. Женщине нужно мужество. Попробуй. Чингиз, сестра тебе ничего не говорила? О чем? Не знаю. Она холодна со мной. Интересно, это из-за Изель? Сейчас она не выглядит холодной. Вот это для управления мотором. Хорошо. Как она быстро ходит? Ты управляешь лучше меня. Чепуха. Ну как? Ты не чувствуешь себя лучше? Чувствую. Развлекайтесь. Вы забыли обо мне. Бахар, смотри, я управляю судном. Мы заметили, сестра. Кстати, должна сообщить тебе, Чингиз упал за борт. Капитан, оставляю вас наедине с вашим кораблем. Я должен уделить внимание этой прекрасной даме. Не оставляй меня. В какую сторону плыть? Я не знаю. Это решать тебе. Бог помощь. Постой, дай хоть что-то сделать без тебя. Ну вот. Снова не смог без вас. Поздравляю вас, Эзель Бей. По какому поводу? По всем поводам. У вас очень красивая яхта, и мечта у вас прекрасная. Поздравляю. Даже завидно. Увидимся. Увидимся. Спасибо за сегодняшний урок. Ну что вы, мне было приятно. Эйшан, у тебя есть мой телефон? Нет, было бы хорошо. Буду беспокоить, если буду волноваться, Бахар. Звони в любое время. Может, когда-нибудь посидим за чашкой кофе? Пойдем, дорогая. Ты не задержишься ненадолго? Не знаю. Зачем? Сегодня я не смог впечатлить тебя. Да, день был не очень хороший. Ты дашь мне еще один шанс? Сестра, что скажешь? Он заслуживает еще один шанс? Я считаю, все заслуживают еще один шанс. Я подумаю. Что ты сказал, Бахар? Она пришла домой сама не своя и плачет. Что ты ей сказал? Эзель, я тебе говорю.
Ничего, я попросил ее уйти. Я отказал ей. Все. Почему? Я просила тебя не обижать, Бахар. Скажи что-нибудь. Возвращайся домой, Ишан. Знаешь, как неприятно, когда тебя оставляют. Но знаешь, что хуже всего? Не знать почему. Жить и существовать с этим чувством. Если бы ты пережил подобное, то открыл бы дверь. Я отказал Бахар для ее же блага. Если она останется со мной, то рано или поздно ее сердце будет разбито. Почему? Потому что я рассказывал тебе, что был влюблен однажды. И ты до сих пор любишь ее? Нет, наоборот. Я так ненавижу ее, что если буду с Бахар, то сделаю ей больно. Потому что буду считать, что причиняю боль той и другой. Ты понимаешь, что говоришь ужасные вещи? Поэтому я попросил ее уйти. Это плохо не для Бахар. Я ее защищу. А для тебя? Это плохо для тебя. Та женщина знает, что ты ненавидишь ее? Она не знает, что я чувствую. Ты ничего не говорил ей? По-моему, ты должен сказать. Посмотреть ей в глаза и рассказать о том, что ты чувствуешь. Думаешь, это что-то изменит? Многое. Я знаю, что значит ворошить прошлое и завязнуть в нем. Я знаю, что значит искать то, чего не было. Я не ищу ничего. Неужели нет ничего, о чем ты хотел бы спросить ее? На самом деле есть. И что? Почему? Почему ты сделала это? Что она сделала тебе? Если бы я была этой женщиной, я бы ответила тебе. Поверь, я бы ответила тебе. Я не хочу, чтобы ты умирал.
пусть не умирает. Ура, он жив. Ты плачешь? Нет, скажи, что же. Ну-ка. Я просто долго смотрел на экран. Не расстраивайся, он жив. Они спасли его. Я помогу им. Как дела? Ты плакал? Он заплакал от скуки. Разве можно 2 часа подряд смотреть мультики? Вам помочь? Нет, не надо, спасибо. Мы во всем разобрались. Да? Мы, оказывается, отличный дуэт. Подай мне контракт. Нет, не этот. Последний, подписанный. Сейчас. Я как-нибудь покажу. Слушаю. Джингис, спаси меня. Зачем? Что случилось? Меня ограбили. Ты не представляешь, сколько я проиграла. Когда тебя нет, то и дело проигрываю. Говоришь, срочно? Если не приедешь, я останусь без гроша. Я огляделась по сторонам и пришла к выводу, что ни один другой мужчина не сможет спасти меня. Только ты. Хорошо, сейчас буду. Единственный. Жду с нетерпением. Это так срочно? Без меня не справитесь? Зачем вы там находитесь, не пойму. Хорошо, хорошо. Хорошо, выезжаю. Из казино. Один клиент много потерял и устроил там дебош. Вот просят приехать разобраться. Ну что поделаешь? Уезжаешь? Необходимость. Поеду, что делать? Давай я посмотрю. Ты устала. Пытаешься привлечь мое внимание? Прошу вас, госпожа. Благодарю вас, господин.
обувь снять? Не надо, пусть спит. Я пойду. Хорошо. Спокойной ночи. Да, передать что-нибудь Джингизу. Скорее всего, я заеду туда. Не надо. Не думаю, что он решает глобальные проблемы. Мы не поверили ему, да? Нет, просто ему наскучило, и он убежал. Не просто быть твоим мужем. То есть? Ты красивая и сильная. Ты все делаешь правильно. И так, как считаешь нужным. Спасибо. Ну, у Джингиза получается. Другой бы на его месте завел бы себе любовницу. Но Джингиз делает все ради этого дома и своей семьи. Он молодец. Хороший семьянин. Ну ладно, увидимся. Пока.